Главная тема – это перспективы развития игровых видов спорта, которые сегодня на любительском уровне достигли очень хороших результатов. И вопрос, что дальше? Сегодня мы говорили о том, что создание сборных спортивных команд области и выступление их в более высших дивизионах – это задача ближайшего времени. Это первое. Второе, в соответствии с поручением губернатора области, принята и обсуждена, и одобрена сегодня таким консолидированным решением стратегия развития стадиона «Витязь». Здесь планируется строительство ряда спортивных сооружений. Мы сегодня готовим заявку у Министерства спорта и хотели услышать мнение экспертов, а будут ли загружены эти спортивные сооружения. Это и ФОК для игровых видов спорта, это реконструкция футбольного поля и беговых дорожек, так называемое спортивное ядро, это Ледовый дворец. Если эти объекты появляются в ближайшие 2-3 года на территории Вологды, они все абсолютно будут востребованы. Работа с кадрами, работа с теми, кто готовит спортсменов, должна тоже идти системно, и поэтому абсолютно всеми присутствующими, в первую очередь экспертами, теми, кто профессионально занимается подготовкой команд, была одобрена концепция. Напомню, что губернатором области она была озвучена на законодательном собрании. Концепция создания областной спортивной школы, училища Олимпийского резерва. И, конечно, дальше это сотрудничество с двумя нашими крупнейшими вузами с точки зрения подготовки тренеров и преподавателей. Ну и одна из таких радостных новостей, мы ее долго очень ждали, больше года. Губернатор озвучивал ее на встрече с Виталием Леонтьевичем Мутко, когда он еще был министром спорта. Мы долго просили, как бы добивались и подтверждали, что футбол достоин стать базовым видом спорта в Вологодской области. Сегодня было озвучено решение министерства о поддержке вот нашей заявки.